В клинике Генезис мы можем говорить, что у вас есть банк данных, в частности, вот по репродуктивной медицине? На сегодняшний день мы можем уже это говорить, что у нас в Крыму это свершилось. Дело в том, что на сегодняшний день электронные амбулаторные карты – это уже реальность нашей клиники. То есть вся информация основная, безусловно, хранится у нас сейчас именно в амбулаторной сети. Фамилия, естественно, там основные даты, данные пациента у нас хранятся в компьютере. Ну, к сожалению, мы еще не уходим полностью от традиционного метода и записи, потому что все равно иногда нужно нарисовать пациенту или супружеской паре о ситуации. Или подчеркнуть что-то важное. Иногда, поэтому нам еще, мы все-таки люди, которые имеем багаж, иногда не всегда самый лучший. Но я думаю, что придет определенное время, это 2, 3, 4 года, и современные доктора, которые у нас достаточно много молодых докторов в клинике, они уже стараются внедрять современные технологии. У нас Wi-Fi в клинике, то есть и пациенты, и врачи могут сразу зайти, узнать, а что за препарат, а что за ситуация, можно даже провести телемедицинскую консультацию, можно Skype включить и со своим коллегой, который находится дома, посоветоваться. Так что, так что не только штат Вирджиния и североамериканские штаты, или Европа позволяет, западная, это уже в Крыму.